Здравствуйте! В студии Инга Гончарова, и мы продолжаем цикл передач «Будь здоров!». В гостях у нас сегодня врач-фитотерапевт, гастроэнтеролог Анна Зименская. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней передачи – это как образ жизни и режим питания влияет на женскую красоту и здоровье. Тема, мне кажется, актуальная в современном мире, и вы, как практикующий врач и прекрасная, красивая, здоровая женщина, я надеюсь, что с нами сегодня поделитесь секретами. А может ли образ жизни, режим питания, правильное отношение к своему телу и знания, которые могут укрепить наше здоровье, сохранить и поддержать женскую красоту? Конечно. И самое главное, что эти методы и способы, они простые и ничего дополнительного и сверхъестественного от женщины не требуют. Интересно, ведь есть такая пословица «не родись красивой, а родись счастливой». Но тем не менее, все женщины, мне кажется, природно и интуитивно стремятся быть все-таки красивыми. Но сложно представить себе красоту без здорового тела. Потому что все-таки здоровое тело, оно, как мне кажется, является залогом красивого тела, хорошего самочувствия, красивой кожи, волос и вообще, наверное, вот внутренней наполненности женщины. И как вы думаете, с чего вообще начать выравнивать свой образ жизни, может быть, да, диагностировать, что я делаю не так, для того, чтобы вот женскую особенность, да, может быть, гормональный фон поддержать, выровнять или как-то отрегулировать? Но на самом деле пословица абсолютно правильная, да, не родись красивой, а родись счастливой. Потому что красота женщины, она раскрывается в ее внутренней уравновешенности, в ее спокойствии, в ее гармонии. Отсюда выходит и хороший сбалансированный гормональный фон, отсюда хорошее здоровое тело идет, отсюда правильный режим дня. И когда мы хотим вот так вот все сбалансировать, желательно все-таки начинать, наверное, с самого простого, это с режима дня и самодисциплины. Но не жесткой самодисциплины, а такой вот женской, комфортном варианте. Если мы посмотрим на интересных, красивых женщин, известных во всем мире, ну, например, возьмем Софи Лорен, то они очень строго следили за режимом своего дня, рано просыпались и в обязательном порядке рано ложились. Ни одна красавица в мире не ложится после 9 часов вечера. Потому что 9 часов вечера. Сейчас перевернули, мне кажется, мир женщин мегаполиса, по крайней мере, точно. Потому что, мне кажется, вот в нашем сознании, если ты там живешь в деревне и засыпаешь с петухами, то это, собственно, и как бы просыпаешься, да, с рассветом. Это нормально. Но как в мегаполисе вообще придерживаться таких рамок? Это вообще, как вы думаете, реально? Но я считаю, что это абсолютно реально, было бы желание. И вполне до 9 вечера какие-то основные задачи и вопросы можно решать. Но, может быть, и отложить там отход ко сну до 10 часов вечера, да, но в любом случае это не час ночи, не 2 часа ночи. Как мы любим, да? Так чтобы прийти с работы, знаете, как в 9, потом поужинать, покушать поплотнее, чайку попить, а поговорить же надо обязательно, да? И если женщина, она еще при этом, у нее и детки, она при этом и замужем, надо же уделить внимание всем членам семьи, то как же везде успеть? Ну вот и нужно расставить так приоритеты своей жизни, так это все расписать в своей личной системе ценностей для того, чтобы все стояло на своем месте. А что получается? Мы переворачиваем нашу систему ценностей с ног на голову, да, и потом пытаемся как-то себя спасать, своих детей спасать. Ночью начинаем ужин готовить и всей семьей за стол садиться. Утром просыпаемся с отеками под глазами и ищем волшебную таблетку и волшебный крем, который приведет лицо в порядок. Мы ищем какие-то суперсредства от старения. А здесь нужно просто все начать делать вовремя. И это несложно. Конечно, когда женщина постоянно суетится, находится в бесконечной беготне, ей сложно остановиться, потому что вот такое ощущение возникает, что сейчас вот остановлюсь, и мир вокруг рухнет, и без меня никто ни с чем не справится и не выживет, да, из моих домочадцев. Но на самом деле это иллюзия. Если начать аккуратненько расставлять приоритеты в течение дня,
и вовремя ложиться спать, то уже можно сэкономить приличное средство на дорогих лифтинг-кремах, каких-то косметических процедурах. Ведь это все очень просто. Да какой, вот, скажем так, самый страшный рубеж? Ну, понятно, что, как Софи Лорен, очень сложно ложиться в 9 часов, все-таки взять и перестроить свою жизнь полностью требует больших усилий. И хорошо, когда, допустим, у тебя супруг ложится вовремя, да, а есть же люди, которые себя к совам относят, там совсем проблема, да, то есть там люди привыкли постоянно ложиться в час, два, в три иногда. И вот для женской гормональной системы, для женской красоты, какое самое позднее время? 9 часов, 5 минут. Никак нельзя идти. Да, но не позже 10 часов, да, будем снисходительными, 10 часов вечера. Но на самом деле я не могу понять, а что же мешает современной женщине ложиться вовремя спать. По сути, ничего не мешает. Что же такое надо сверхъестественно делать после 9 часов вечера? Деток укладывать спать? Дети вообще должны 8 часов ложиться. Положили всех спать, выключили свет, сами сидите на кухне, разговариваете с мужем, пьете какой-нибудь вкусный травяной чай, и у вас есть свободное время. Наша неорганизованность переходит на неорганизованность детей, и вот этот сыр-бор начинается, когда вся семья в 11-12 лечь спать не может, дети в 2-3 года, которые должны были уже давно спать, и у мамы было бы достаточно много свободного времени, а все получается вот так вот вперемешку. И женщина, несмотря на то, что она ложится спать поздно, она за этот вечер и не так уж и много всего успевает, просто вот в какой-то суете находится, вот в этом внутреннем колесе. А ведь этих лишних действий можно не делать. Хорошо, во сколько тогда оптимально подниматься, вставать? Ну вот многие женщины делают такую ошибку. Они стараются не раньше лечь спать, раньше встать. И таким образом поздно ложатся, сбивают свои биоритмы. Поезд уже по биоритмам ушел. Самое ценное для сна время, а это не секрет, это с 8 вечера до 11-12 часов ночи. Если это время мы не поспали, то мы определенную уже энергию свою восстановительную недополучили. И, соответственно, если мы рано вставим, то у нас просто будет опять-таки дефицит и недобор по вот этому сну. Соответственно, очень важно первые шаги делать не в раннем вставании, а в своевременном отходе ко сну. И уже организм, когда выспится, вылежится, уйдет вот этот внутренний стресс, автоматически мы начинаем вставать рано, в 5-6 часов утра. Все, конечно, зависит еще от времени года, зима, осень, лето. Летом это более раннее пробуждение, может быть, полпятого в 5. Зимой это более позднее пробуждение, полшестого, ну, для кого-то это в 7. И то я цифры называю все равно такие вот универсальные. У каждого это время личное, ну, может отличаться. Но сколько я общалась с людьми, которые являются совами, и они были уверены в этом, как только у них уходит стрессовая нагрузка, как только они начинают вовремя ложиться спать, они автоматически начинают и рано просыпаться. Вы вот сказали очень важную вещь, как только уходит стрессовая нагрузка. А как сделать так, чтобы в ритме женщины современной, да, которая перегружена еще не только и семьей, и детьми, но еще и бизнесом иногда, и плотным графиком работы, стрессом, как уйти от стресса и как вообще выстроить такой образ жизни, где ты можешь действительно расставлять приоритеты правильно? Потому что, когда вы об этом говорите, не возникает сомнения о том, что это правильно. Потому что интуитивно наверняка так и есть. Да? Ты живешь с гармонией, с природой, с ритмами вообще Вселенной, и, наверное, это правильно, конечно же. Но вот как выйти из стресса? Что для этого необходимо? Ведь иногда, я вот знаю, даже девушки говорят, мои знакомые, что ну вот я ложусь в 10, как красавицы завещали, те самые, а уснуть не могу. Я вот лежу там до 12, смотрю в потолок и думаю, что ж я зря лежу, я лучше фильм посмотрю какой-нибудь, и будет от этого больше пользы. Можно ли естественным образом выйти из стресса, или, может быть, какие-то требуются дополнительные препараты, травы? Что вы можете порекомендовать? Выход из стресса и не попадание туда — это результат внутренней работы над собой,
различные медитативные практики, да, это чтение психологической литературы, изучение самой себя, и это делать необходимо. Иногда человек вот настолько самозакапывается в своих собственных мыслях, переживаниях, эмоциях, когда ну, реально ему трудно сделать этот первый шаг, а иногда недостаточно желания просто на все, чтобы этот шаг сделать. Вот здесь вот как раз приходит на помощь специалист, профессионал, психолог, которая может вовремя поддержать, может поддержать за локоть и вместе пройти какое-то небольшое расстояние. Но все равно человеку придется идти самому. Волшебных средств, трав, каких-то лекарственных препаратов не бывает, которые смогут снять вот эту вот стрессовую нагрузку. Уменьшить, да, уменьшить восприимчивость смогут, но в какой-то степени, если опять человек над собой не работает, то все вот эти медикаменты и травы, они будут являться своеобразным обезболиванием вот этого внутреннего переживания, внутреннего эмоционального дискомфорта. И как только мы снимаем эти препараты, а внутри ничего не решилось, внутри человек не нашел или женщина не нашла внутреннюю опору, внутреннюю любовь в себе, которая ее будет потом держать и питать в течение всей жизни. И потихоньку достаточно любой какой-то небольшой стресс мимо проходит, и женщина снова падает. И опять нужен кто-то, кто сможет пройти, проходя мимо, ее поднять. Вот. А если есть внутренний стержень, если есть внутренняя работа, если есть прежде всего желание меняться, то будут находиться и люди, и друзья, и курсы, и вообще все будет хорошо получаться. Хорошо, но вот с режимом вы меня убедили. Действительно стоит расставить приоритеты правильно. Что еще влияет на здоровье, на гормональный фон, на то, чтобы, как вы правильно сказали, выйти из того состояния, где ты ищешь этот стресс. Ведь действительно есть люди, которые вне стресса, и как-то им это удается, как-то им, у них это получается. Второе, что я бы отметила, это погода в доме. Под погодой в доме я подразумеваю отношения между мужчиной и женщиной и с другими членами семьи. Если есть невысказанность, если есть какая-то претензия, то все это приводит к неминуемой болезни женщины. Как бы она там собой ни занималась, какие бы фитнес-клубы ни ходила, и как бы вкусно и полезно ни готовила, все равно ее здоровье будет под угрозой. И каждая женщина, которая нас смотрит, может себя в этом узнать. Если вы переживаете за вашего мужчину, если вы находитесь в каком-то внутреннем состоянии агрессивном, либо вы предъявляете ему претензии, может быть, их не озвучиваете, то это, как правило, всегда проблемы с щитовидной железой. Ведь здесь у нас находится и в месте, где находится щитовидная железа, горловая чакра, да, это чакра, которая отвечает за общение с внешним миром, за высказанность эмоций. И когда мы здесь не проговариваем, зажимаем претензии, задерживаем обиду, которая проявляется вот таким вот своеобразным комом в горле, да, то все это вот как раз приводит к болезням, в том числе начинает страдать щитовидная железа. А от работы функциональности щитовидной железы зависит работа яичников, в том числе и других органов эндокринной системы. Начинает разбалансировка идти гормональной системы, половые гормоны, вот им достаточно чуть-чуть поменяться друг относительно друга, даже в пределах нормы они останутся, но чуть-чуть поменялись. И это уже колоссальным образом будет сказываться на внешний вид и на гормоно-ассоциированные проявления. Например, могут появиться прыщи, которых никогда не было, проблема акне, многим известны, многим этим страдают. Может сформироваться мастопатия, да, потому что мастопатия очень часто возникает опять-таки из-за проблемной щитовидной железы, а также вялотекущего процесса в яичниках. И вот, пожалуйста, уже состояние нездоровья. А для того, чтобы не реагировать, да, вот на какие-то внутренние семейные конфликты, наоборот, их уметь сглаживать, вот здесь-то и нужна внутренняя работа, нужно набраться мудрости, нужно набраться понимания себя и другого человека. И здесь опять-таки нужно учиться. Вот реально для того, чтобы быть счастливой и здоровой, надо учиться. Как быть здоровой, изучая инструкцию эксплуатации к собственному телу. И для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы создать семью, тоже надо учиться. Конечно, можно учиться на собственных ошибках,
наступать на одни и те же грабли, на которые многие женщины с поколения в поколение наступают, и лет так под 60-70 наконец-то во всем разобраться. Когда уже не актуально. И выстроить счастливую жизнь. Ну, лучше поздно, чем никогда. Согласна. В любом случае. Но можно же учиться на чужих ошибках. Так вот вы все говорите правильно, хорошо, но вопрос, как это реализовать? Надо делать. Надо просто начать делать. Просто практиковать. Многие же сидят и думают, вот завтра или с понедельника я начну с собой заниматься, я лягу вовремя спать, или я поменяю свое питание. И это завтра, оно постоянно уходит. Сразу все, конечно, не получится, но если делать маленькие шаги, мы вот из этой точки А обязательно придем в точку Б, но других вариантов быть не может, мы туда дойдем. И когда что-то не получается, как правило, мы просто не делаем. И плюс еще и не знаем, что делать надо. Но вы вот, насколько я понимаю, говорите про психосоматику. И очень многие врачи, которые следуют и психику, и состояние тела, они проводят эту параллель, что неправильно невыраженные эмоции приводят к заболеваниям. Ну и тогда возникает вопрос, может быть, конечно, это не к вам, а к психологу, но поскольку вы гастроэнтеролог, да, и вы фитотерапевт, может быть, вы еще работаете с психосоматикой. Как женщине правильно, скажем так, экологично высказывать свои эмоции, если этому ее не научили? Не научили ни в школе, ни в институте, ни в семье. Ведь обычно же психологи говорят, что как вот ты видел семейную картину в детстве между родителями отношения, так вот ты, значит, и перенесешь в свою личную жизнь. А по-другому, ну как, наверное, к психологу ходить годами, и не у всех есть возможность. А вот с точки зрения вообще медицины, может быть, я не знаю, травы какие-нибудь волшебные существуют? Ну, существуют разные уровни, да, разные уровни помощи. Если мы пока еще ничего не знаем, ничего не умеем, и за собой только начали наблюдать, то помогает, ну, такой экстренный способ тушения пожара вот этого эмоционального, это найти грушу какую-нибудь или подушку и ее так это хорошо отколотить, потому что наши эмоции, они зажимаются в мышцах. Да? Вот почему мы начинаем болеть, почему щитовидка плохо начинает работать, почему буквально каждая женщина почти в 100% случаев, если нервничает, она чувствует какие-то неприятные ощущения в животе, в области солнечного сплетения или спазмы внизу живота. Почему? Потому что вот этот эмоциональный фон, он ведет к спастике мышц и скелетной мускулатуры, и гладкой мускулатуры. А это все сфинктеры, это все сфинктерные аппараты желудочно-кишечного тракта, почек, мочеточников. Соответственно, вот эта вот дисрегуляция нашей мышечной системы, она потом будет вести сначала к функциональной проблеме, потом уже к анатомической проблеме. И вот когда мы сразу по горячим следам вот эту вот мышечную спастику снимаем, колотя грушу, либо когда мы идем бегать, посещая спортзал, занимаясь там с тяжелым весом, любая какая-то физическая нагрузка, или вот просто берем посуду, разбиваем тарелку, да, идет вот этот вот всплеск, выплеск эмоций. И это такая, ну, первая ступень, совершенно оправданная. Но этой ступенью, конечно, постоянно пользоваться не нужно. Это от безысходности, когда мы не умеем использовать какие-то другие стрессы. Да, это как первая помощь самому себе, можно сказать. А дальше идет уже более профессиональная помощь, когда мы уже разбираемся внутри себя и учимся находить в себе эмоции и не отождествлять себя с этими эмоциями. Вот эта вот эмоция обиды вдруг ко мне стучится, а вот она я. Хочу я обижаться или не хочу? Ну зачем мне обижаться, если это мне, ну, ничего хорошего не даст? Это ударит по моей щитовидной железе, это сузит мое восприятие мира, создаст мне кучу проблем. Зачем мне обижаться? И вот когда эмоция вот, а я вот, вот здесь мы можем от нее легко отказаться. А когда мы представляем из себя сплошной вот этот сгусток из внутренних эмоций и противоречий, вот тут вот что-либо сделать сложно. И когда мы за собой наблюдаем, мы как раз вот это вот разделение и производим. А дальше уже научились, можно сказать, ходить и легко можем гасить эту ситуацию. Но травы, они, конечно, помогают нам тоже так же вот эту спастику внутри снять. Поэтому вполне можно использовать пустырник, марьин корень, это корень пиона, который даже назван тогда, марьин корень, женский корень, который помогает
немножко так подуспокоить нашу нервную систему, вот эти вот всплески нервные поуменьшить. И значит, сразу будет хороший положительный эффект. И вот удивительно, корень пиона, он действует благоприятно и при заболеваниях матки, и при эндометриозе, и при каких-то эпилептических состояниях. Казалось бы, всего лишь корень пиона в большей степени регулирует вегетативную нервную систему. Но через это посредственно влияет вот на такие важные жизненные функции. Как интересно, Анна. Ну вот вы говорите про реакции, которые, может быть, разовые какие-то, да, эмоциональные. А если женщина живет в каких-то патологически токсичных отношениях, если у нее патологический хронический стресс, с которого она, ну, ввиду разных жизненных обстоятельств выйти не может, сколько в России женщин, у которых мужья хронически пьют или там бьют их и так далее, и так далее. Ведь это же тоже психосоматика, это же тоже постоянное нервное напряжение. И иногда даже вот успешные бизнесвумен, которые построили великолепную карьеру, они в хроническом стрессе, допустим, из-за работы, потому что, ну вот так вот, знаете, единоразово невозможно все бросить и изменить свою жизнь. Все равно у тебя есть какие-то обязательства, даже которые, может быть, тебе кажутся важными, но человек не может взять и выйти из них сегодня. И вот в таких ситуациях, когда продолжительный стресс, когда продолжительное накопленное уже напряжение, когда уже есть психосоматика, и когда вот уже там женщина приходит к врачу с какими-то заболеваниями, вот здесь можно как-то обратно открутить этот клубок? Или тут вот уже надо идти и разбираться к более серьезным специалистам? Смотря насколько мы далеко зашли, когда болезнь начинается на энергоинформационном уровне, зачастую такого человека обследуют, ничего не находят, но человеку реально некомфортно. Голова болит, спина болит, все везде болит, слабость, вялость, неработоспособность, а проблемы особенно никакой-то по анализам и по УЗИ не нашли. Здесь, конечно, очень легко вернуться в здоровое состояние, просто поменяв свое мировоззрение, расставить все по своим полочкам. Ну, плюс, конечно же, основные практики здорового образа жизни, самые такие базовые. Когда болезнь спустилась уже на функциональное расстройство, когда уже функциональность системы и органов нарушилась, желчный пузырь немножко не так сокращается, мочеточники как-то не то делают, да, щитовидка начинает давать небольшие сбои. Хотя по исследованиям, опять-таки, органы в пределах анатомической нормы. Здесь мы тоже очень легко можем вернуться назад, но, как правило, тут и, возможно, и терапевтическая помощь. А вот когда уже идут органические изменения, то есть уже узел щитовидной железы имеем, узел в молочной железе, здесь идет обоюдная работа и работа активная на физике, с врачами-специалистами, плюс идет работа психологом. Потому что если просто работать на уровне физики, там, с мастопатией, припить гормональные препараты, то это, как правило, но в лучшем случае останавливает процесс или даже притормаживает. А все равно и определенное развитие этой патологии, оно продолжается. Потому что женщина продолжает нервничать, продолжает себя накручивать, постоянное переживание стресса, гормональный фон от этого лучше не будет. И здесь вот как раз опять внутренняя работа над собой и помощь грамотного психолога, который не будет являться такой своеобразной соской для человека на протяжении всей его жизни, а разово, так точно, даст инструменты, научит, как управлять собой, на что обратить внимание. И человек, получив вот такой инструмент, компас, он потом с помощью этого компаса он в любой ситуации сможет разобраться, расставить все по полочке и сделать правильный выбор. Мне кажется, что такой прям вот получился у нас букет, да, что важно для не только женщины, а вообще любого человека. Это и режим дня, и режим стресса, устойчивости, и вообще вот, мне кажется, ментальные настройки, да, что для нас в приоритете. Что еще бы вы могли выделить вот из этого важного, что влияет, может быть, режим питания, о чем мы еще не поговорили? Я вот сейчас с удовольствием немножко расскажу о режиме питания для женщины, но буквально несколько минут хочу вернуться к различным тренингам, которые сегодня есть. Я в свое время тоже проходила какие-то тренинги, много читала. И думала, что вот сейчас пройдешь тренинг, научишься раскрывать себе женскую энергию,
и будешь определенные соблюдать обязательства, должностные, как говорится, инструкции, и все, и жизнь вот она как по маслу распахнется, и все будет замечательно. Но оказалось, а если мы работаем на уровне женских практик, на уровне женщины, все-таки не заходя в глубину своей души, да, то все это все равно остается очень поверхностно. И люди такие, получается, ходят на один тренинг, на второй тренинг, на четвертый тренинг и не имеют результата. Я вот таких много людей встречала, наверное, вы, Инга, тоже. Да, то есть дело не только в юбках и косах для женщин. Да. Есть еще более глубинные какие-то. Более глубинные процессы. Да, процессы, которые по большому счету внешне разделяют мужчину и женщину, потому что, ну, мы разные по функционалу, да, нашего тела. А с другой стороны, еще больше, если занырнуть, то мы одно. Одно целое, и мы одинаково там, в глубине. И, соответственно, когда мы начинаем играть «ты мне, а я тебе», «а вот я должна, а ты должен», mm-hmm. все это остается на уровне эгоизма. И, соответственно, это не раскрывает наше внутреннее богатство, наши возможности, и не раскрывает вот эту мужественность и женственность. А когда мы идем еще глубже и стираем эти границы, когда мы выходим на уровень любви настоящий, вот здесь как раз и открываются отношения по-новому. И это очень важно понять. А в плане питания, конечно, само питание очень сильно тоже влияет на женщину. Есть продукты, которые могут улучшать гормональный баланс женщины. Вот очень хороший пример с морской капустой, с ламинарией. Одна моя родственница в свое время страдала мастопатией. Были болезненные груди вот, перед менструальным циклом, уплотнения в груди образовывались. И вот то лечение, которое она получала, не давало хорошего эффекта. Пока один грамотный доктор-гинеколог не сказал: «Слушайте, ну а почему вы не едите морскую капусту? Вы давно уже были должны есть эту капусту. Всего лишь 3 раза в неделю по баночке». Тогда в Советском Союзе были вот эти вот жестяные баночки с ламинарией, с морской капустой сахалинской. И вот эта женщина каждую неделю, 3 раза в неделю ела по баночке. Ей потребовалось 1,5 месяца для того, чтобы у нее перестали болеть молочные железы и уменьшились уплотнения в груди. Вот какие-то чудеса. Всего лишь простые вещи. Угу. А почему так происходит? Потому что в ламинарии много йода содержится. Йод нужен для щитовидной железы. Йод подавляет гнилостную флору в организме, подавляет ненужных бактерий. Улучшается гормональный фон. Плюс ко всему, вот в морской капусте там есть альгинатные волокна, которые также влияют на опухолевые процессы, убирают эти опухолевые процессы, улучшают состояние кишечника, являются одновременно и сорбентами. Вот и положительный эффект. Оптимальное количество употребления насыщенных жиров тоже может раскрыть женскую красоту. Когда недостаточно жиров в организме, или омега-3, или насыщенных жиров, то это проявляется дряблостью кожи, какой-то такой вот вялостью. И достаточно ввести немножечко насыщенного жира в такую ситуацию. Для каждой женщины это свой продукт. Для кого-то это будет авокадо, для кого-то это несколько ложек сметаны или сливочное масло. И буквально за несколько дней, за 2-3 дня кожа приобретает здоровый нормальный тургор. Анна, ну тут вот, знаете, ключевой вопрос. Обычно говорят, женщина должна тот рацион, так рацион выстраивать, чтобы ей нравилось, чтобы она чувствовала, да, свой рацион, что ей хочется, что для нее, вот, как бы, что тело сейчас просит. И вы говорите, вот первый пример про рацион, который может излечить, а второй пример про рацион, который может питать и предотвращать заболевания. И тут возникают вопросы. А вот рацион, который может излечить, считается, что если ты болен, то ты чувствуешь, что тебе надо употреблять для того, чтобы организм твой оздоровился. Но не всегда бывает так. И в обычной жизни. Нам иногда хочется почему-то шоколада, чипсов, там, кофе и чего-то, что явно не оздоравливает. Но при этом организм действительно хочет. То есть действительно женщина считает, что как бы я вот съела шоколадку, и стресс куда-то ушел, или булочку, знаете, или там, не знаю, круассан. Но по большому счету это не особо уж полезный продукт для организма. И как почувствовать вот эту вот грань
да, и как почувствовать правильное самоощущение своего организма, потому что есть сейчас очень много там книг по интуитивному питанию. Есть знания аюрведы, есть знания натуропатии. И все говорят как бы очень, собственно, правильно. Но как человеку самому без этих вот, скажем так, костылей выбирать тот рацион, который будет его поддерживать и излечивать, если это необходимо? Ну, конечно, глобально, на интуитивном уровне, да, у нас заложен этот инстинкт определение того продукта, который нам необходим. Также живут все животные в животном мире. Если они кто-то заболел, да, там лиса заболела, она будет интуитивно искать растение, которое может ей помочь. И в нас эти инстинкты, они существуют. А другое дело, когда мы притупляем свои собственные вкусовые рецепторы чрезмерной стимуляцией, различными консервантами, глутаматом натрия, вот здесь вот потребуется время, чтобы организм мог восстановить эту чувствительность и настроить свой радиоприемник для того, чтобы, да, читать без искажений информацию, которая поступает из глубин собственного тела. Ну и, конечно, если женщина находится как белка в колесе, вот в этой вот беготне, ну когда там почувствовать, когда там понять, тут вот Сникерс бросил себе в рот и дальше побежал, да, уже не до вот этих вот ощущений. Поэтому всегда нужно возвращаться к первому пункту, с чего мы начали сегодня передачу, а от него уже все раскрывается остальное. Иначе вот по-другому никак не получается. Какие-то вредящие, вот то, что однозначно не стоит. Можете выделить продукты и вообще вот то, что точно вредит, помимо, понятно, что консервантов, там вот модных сникерсов, чего еще, кетчупа, майонеза, что точно вот женской природе, женской гармонии, красоте вредит? Ну, любой продукт, какой бы мы ни взяли, он в какой-то степени будет лекарством, и в какой-то степени ядом. Все зависит от концентрации. От концентрации, да. Mm-hmm. Поэтому абсолютно точно вредить будет переизбыток чего-либо. Яблок, груш, абрикосов, сникерсов, шоколадок, мармеладок, мяса и так далее, и так далее. А если мы съели даже ядовитый продукт в микроколичестве, да, но последствия будут не такие плачевные. А если мы переели полезный продукт, ну, опять-таки будут последствия и проблемы со здоровьем. Поэтому женщине точно не стоит переедать. Женщине не стоит есть в нервном возбужденном состоянии. И женщине не стоит делать очень резких движений в плане смены резкого рациона питания. Вот так вот еле-еле все горячее, жареное мясо, потом завтра сыроедение. Вот это такой мощный стресс для организма, который, ну, далеко не всегда несет за собой положительные изменения. Как правило, есть и негативные последствия. Ну и, конечно же, не стоит употреблять в пищу вот искусственные продукты, всевозможные трансжиры, которые содержатся в хлебе, в пирожках, в шоколадках, в пирожных. Не стоит употреблять вот эти стимуляторы, консерванты дополнительно, газированные сладкие напитки. Анна, пищевые зависимости, ведь женщина, как и мужчина, и любой человек в стрессе, и вообще такая у нас культура, что мы рано или поздно, особенно в подростковом возрасте, склонны к каким-то зависимостям. Это может быть от безобидно каких-то вот кофеиносодержащих напитков до сигарет, алкоголя, жирного, мучное. Сладкое, да, то есть проблема большинства женщин — это сладкое, конфеты, булочки и так далее. Как увидеть, что у тебя есть вообще зависимость, которая на тебя негативно влияет, и как с ней можно работать? Вообще это всем невозможно, ведь есть такое мнение, что есть ряд людей, которые склонны к зависимости, а есть ряд людей, которые не склонны. И есть люди, которые могут осознать зависимость и там с завтрашнего дня больше никогда, ни при каких условиях, допустим, не курить или не пить кофе. А есть люди, которые всю жизнь пытаются, ну и так, собственно, и с этим смиряются, остаются и не могут победить зависимость. С чем это связано и что действительно из зависимости может нас разрушать? Но прежде всего, это связано с тем, что человек сам верит в том, что его зависимость непобедима, что это очень трудно.
Если человек вот сидит на стуле и он думает, что вот сделать два шага это очень трудно, он так и будет сидеть на этом стуле. Когда человек не ставит себе преграды, решил, сделал, то зависимость очень легко достаточно преодолевается. Потом очень часто люди отождествляют себя с этой зависимостью, как бы сращивается. А когда мы понимаем, что хождение в холодильник ночью — это не я, а это вот это нечто, это какая-то там чужеродная часть, которая ко мне тут присоединилась, какая-то эмоция, и она меня заставляет идти в холодильник, то вот когда вот это разделение произошло, уже жутко становится. Когда ты понимаешь, что ты ведомый чьей-то, кем-то, идешь к холодильнику и как зомби оттуда берешь, при этом понимая, что это не полезно сейчас, что это тебе не нужно, а вот нечто тебя туда ведет. Это первый шаг. Опять-таки, разделение своих эмоций, которые не являются по сути мной, и меня настоящей. Тогда очень легко. А так, когда привычка со мной срослась и является мною, а как я от нее избавлюсь, это, если это я и есть? Вот, это, вот в этом возникает вся сложность. Но как определить, есть пищевая зависимость или нет у человека? Это достаточно просто. Если вы сегодня не выпили кофе, и у вас уже из-за этого плохое настроение, или нет сил, и жуткая сонливость и так далее, это не что иное, как зависимость от кофе. Да, то есть человек разумный, вы утверждаете, может силой воли и разумом все-таки остановить любую зависимость, поняв ее причины и следствия. Да, причем здесь очень важно на силу воли это очень сильно не опираться на эту зависимость, да, потому что воля, сила воли, да, она очень жесткая, она все равно рано или поздно ломается. Угу. И очень много таких примеров, когда человек решил, да, на силе воли прожил сколько-то там недель, а то и передумал. И передумал, да. Потому что нет вот этого базиса, нет сформированного фундамента, осознанного. Да. И вот этой разделенности нет. А когда уже приходит понимание, осмысление, то человек отказывается от ночной еды просто потому, что это ему не нужно. Не потому, что он себе запрещает. Угу. Такие люди себе ничего не запрещают. Им они просто это не делают. Анна, спасибо вам за очень полезную, познавательную беседу. И вот у меня точно возникло желание пересмотреть многие аспекты своей жизни, выстроить их более грамотно, да, потому что ты понимаешь, для чего. Ты понимаешь, зачем это необходимо и какие положительные последствия и изменения в твоей жизни произойдут. В завершении нашей беседы, может быть, вы еще дадите какие-то рекомендации или подытожите, да, вот резюмируя нашу беседу, те столбы, на которых все-таки держится женское здоровье, красота, и что нам, женщинам, следует, чего следует держаться. Милые, дорогие сударыни, всегда ищите внутри себя источник любви, источник внутренней радости, который делает вас поистине красивыми, несмотря ни на какие условия и обстоятельства. Обретя этот внутренний источник, прочувствовав его и изливая его вовне, вы будете находиться всегда в состоянии умиротворения, спокойствия. Вы будете транслировать это состояние на своих любимых родственников, детей, любимого мужчину. Тогда вы сможете интуитивно выбрать правильную еду и для себя, и для своей семьи. Тогда уход за собой, за своим физическим телом, он будет украшать вас. Это не будет рутинное какое-то действие, да, а это будет просто дополнительное украшение. И на вот этот внутренний и внешний уход не будет уходить большое количество и денег, и времени. Вообще все должно быть хорошо. Порядок в мыслях, порядок и на физическом уровне, и порядок в теле. И тогда будут и здоровые ногти, и здоровые волосы, и прекрасное лицо без различных там акне, прыщей и так далее. И в целом организм будет хороший, здоровый, сбалансированный. Как говорил Антон Павлович, что в человеке должно быть все прекрасно. Конечно. А в женщине, видимо, тем более. Благодарю вас за полезные знания, за то, что вы делитесь с нами, и за прекрасный личный пример. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был сегодня врач-фитотерапевт, гастроэнтеролог Анна Зименская.
До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Дорогие телезрители, будьте здоровы, смотрите наши передачи на сайте balance-tv.ru. Всего доброго и до новых встреч. В эфире «Добрые новости». В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8-926-390-07-82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefizshop.com.